Сегодня 18 августа 2013 года. Мы находимся в городе Киеве, в прекрасном месте. Арт-причал, набережная Луговая, дом 2. Замечательное место. И вот та энергия, в которой мы здесь находимся на Днепре, она как-никак ближе передает ту энергию картин, которая сегодня нам предоставляет такую возможность Елена Бородина. На самом деле в этих картинах та энергия, которая была передана ее кистью, ее талантом в этих картинах, она действительно пробуждает в каждом из нас и генерирует частоты нравственности, частоты истинных ценностей человеческого бытия. Сегодня такой большой праздник – открытие выставки Леночки Бородиной. И интересное совпадение – открытие этой выставки в канун праздника Преображения. Мы окунаемся на эту выставку, окунаемся в ее картины и сами преображаемся. Творчество Елены мне примечательно, как и многих других выдающихся художников, передача тех частот эмоциональных и чистых частот, в которые погружаясь, ты становишься и получаешь вот те эмоции, то состояние пробуждения, и это, я бы сказал, даже исцеление. То есть от картины идет исцеляющие флюиды, там, фотоны, я не знаю, там в науке много всевозможных есть тому подтверждение. Это действительно так, что вы можете, глядя на эти картины, получить действительно исцеляющий эффект души. Ведь эти картины, они передают состояние души. Она берет вот эти некие сюжеты, застывшие во времени, которые фактически, по большому счету, к нам не имеют никакого отношения, казалось бы. Но вот тут-то и происходит этот фокус, что она наполняет ее каким-то своим вот этим авторским содержанием, допустим, если мы можем говорить о вот этом цветовом балансе. И это начинает нас затрагивать. То есть, казалось бы, ну какое нам дело до какой-то фотографии, какие-то, скажем, дети, африканские дети. Но в этом и кроется задача художника, или не задача, а искусство, умение художника, что она преподносит нам их таким образом, что мы начинаем искать в этом то ли какую-то красоту, ну, видимо, каждый свое что-то, но это трогает. Мы видим девочку, пострелёнка, которая вот сейчас что-то такое сделает удивительное. Куда-то побежит, как-то пошутит, кого-то удивит. И в каждой картине мы видим себя, видим какие-то субчасти своего маленького внутреннего ребенка и вспоминаем, какими мы были. Здесь мы возрождаемся, здесь мы преобразуемся и преобразовываемся на другом качестве в канун нашего праздника Преображения. Thank you.
просто идет по жизни, она просто очень легко и чувственно их рисует. И рисует так, что просто невозможно даже представить, сколько еще впереди картин она нарисует. Рисуй. Рисуй, меняй не просто пространство, меняй всю Вселенную. Я тебя обожаю. Картина Хелены интересна то, что она каким-то, возможно, таинственным образом достигает, что называется, состояния. Если, например, мы понимаем, что в картине можно передать сюжет, можно передать настроение, то, скажем, возможно, мы можем говорить о какой-то третьей вещи, кроме сюжета и настроения, это состояние, так называемое. О нем трудно говорить, но вот где-то что-то, допустим, по направлению такого, что она берет краски, стремящиеся, скажем, к некоему балансу, то есть между светлым и темным, между ярким и приглушенным. И, на мой взгляд, вот это у нее сильная черта, сильная сторона ее как автора. В принципе, она открыто признается, что исходит она от сюжета, но потом наполняет работы цветом, скажем, как бы в отрыве от сюжета. Но вот этот отрыв, как бы парадоксальным образом создает и довершает именно то состояние, которое, с которым сюжет воспринимается, скажем, целостно.